Так, кто на замене может выйти, правильно? Да. Восьмая пати. Да, чего? Сможешь посмотреть, первоначалку начислял? Как? Медарк, медарк. Ой, бля, это надо листать, смотреть. Ну, потом, после магика, если я тебя напомню, перестаешь, поищешь, пока будем прилетать. Грова. Да, да, полистаю. Все, окей. Только напомни. Так, я да, вас... Да, да, окей. Я вас кикну пока. И в конце рейда, вот сейчас ГМХМ, потом ЦЛК будет. Если кто на ЦЛК не досидит с замены, то в ГМХМ плюсаните, чтобы это на ИП. У меня ЦЛК уже хорош. Помогал. А, у тебя КД хорошо. Ну, на ГМХМ плюснешь, если это самое ИП получить. С инста, кто-то с инста должен выйти там, потому что кто-то в инсте и с умом мне не проходит. То есть там то ли Седжи, то ли кто-то с восьмой пати был. Я выхожу. Скажешь, как выйдешь. Вышел, не? Ну, бегу. А, ты бежишь. Блин, хоть портал бы поставили, маги же есть. Стои. Все вышел. Угу. Все, присумнился. Так, ну, что там, значит, первый я на боссе, второй... Керус, третий хукмастер, Рарник на трэше. Рарника надо сумануть. Рарник, ты тут? Пойду. Пойду пока я эти звездочки поставлю. Можно стрим? Кося сек. Да, сейчас поставлю. Стрэм. Стрём не надо. Хочу танчку с открытым верхом. А ключ к этому что? А ключ к этому крэк. Вот дерьмо, твою мать. Нихуя ты. Это, на кубы. Кто скиллованный на кубы? Рыбу, да? Рыбу даю. Заходите сюда. Вот рыба тут стоит. Так, злобный. Потом кто? ГП топором. Равис на куб или что? Или ты минус поставил? Так, мидарк. Минус. Это хуёво. Некромантика на куб тогда. Мифик. Мифик тоже, да? Давай. И одно еще тело на куб. Какой-нибудь маг этот. Ага, Бенстинер, красава. Красава, бестселлер. Красавчик. Спасибо. Так, жрём. Мы выяснили, кто это. Пять. И чек на пол. Одеялко. Ты тута? Никого не бесит, когда говорят тута. Тама. Ну, да нет, много. Здесь это уже разговорное. Здесь, а. Он офнулся. Ёбан, да, у них не. Ты выкинул? Ты заходишь? А, заходит, смотри. Все, уже все. Все, можно запускать? Все, поехали. Five, смотри. Смотрим. Как говорил РЛ. Чума, 3 секунды. Смотрим. Ну, ёбаный в рот, ну пуляйте боковых. Я дальнего гриппаю всегда, поэтому стою чилю. За 1,13 успел сбить каст этой хуйни. Сейчас, короче, я дам войско. Нормально будет. Наверное, хуёво это привычка комментировать, что происходит, да? Почему? Правильно? Все хотят послушать. Я бывало иногда ходил в рейд только чтобы послушать, что говорит РЛ. Слушаю, ну, слушаю. Я и говорю, что комментатор это, блядь, ну как сказать, как в футболе. Ты мне напомнил сейчас песню, нахуй. С альбома. Хорош. С альбома первый, нахуй. Нагана, 2008 год.
Называется, пасу. Называется комментатор Нагана. Там, да, значит, да, там знаешь, такие девчонки на припеве, блядь. Нет-нет, Нагана, ты неплохой. Нагана, ты супергерой, блядь. Тот такой, я очень злой, я очень плохой, ясно? Нет-нет, Нагана, ты классный. О-о, да. Сука. У папа была собака, он ее любил. Чёртов, информативней. Чёртов зоофил, я его убил. Сука. Максимально информативно сейчас было, чё? Да, да. Я заметил. Так, информативнее. А кто у нас новое тело? Новое тело Карипса. Это челик, который играет в The Sibiri тоже, да, одновременно? Без понятия. Ну, он что-то, говорил там, он проинформирован. Или ливнул оттуда, или играет еще там. Карипса, тебе слово. Я просто многих людей знаю с той гильдии. Ага. Ну, ты сам там играл? Очень давно. Оттуда что, не пришел? Да, Керус, ты второй, Хокмастер третий. Допустим, Лингрен, короче, ну, Хэлла, который тоже шаман. А, я оттуда ушел. Там Рэл чуть-чуть жестковатый, по сути. Ну, блядь, мне не понравилось. А я что, не жесткий, что ли, ёбаный рот? Ну, ты жестковатый, но не до такой степени. Ты на юморе. Не, я бы так сказал. Просто, ну, блядь, видишь, тоже надо же смотреть, как, какие люди с тобой играют. Есть люди, которые... Да. На расслабоне играют, они могут, ну, дохуя чего отыграть, то есть нормально. И тогда я можно, бы так сказал. Он, короче, мы туда десяткой зашли, гильдой, ну, не гильдой, а десяткой статиком. Он, короче, компромисса не нашел. А он, короче, просто кричал, мне, говорит, с вашей десятки надо, нахуй, 4 человека. Вот и все. И он не мог, говорит, мне похуй, нахуй, какие вы дни, говорит, ставите свое РТ. Мне надо ваши люди, короче, те дни. Вспышки. Ну, сам понимаешь, все люди работают. Кубы 5 секунд. Треугольный, ой, в меня трусы прохейте. А то огонь. Что? Я подвис, только сейчас развис, увидел, что уже прожали кубы. Пиздец, какие-то лаги дикие. Ну-ка, сколько это задержка? 150. Да, сирушки, да, раз. Трэш. Слушай, я не знаю, успею с Хокмастера забрать, нет? Ну, я стаунтил, не знаю, вовремя, нет? Подведу. Подходи. Подведу. Так нет, что мы вообще... не сошлись во мнении, и я ливанул. Ну, правильно, пошел он нахер. А ты со стати поспока или взятого? Взятый. Жалко, что они перестали играть, такая пачка нормальная. Да, да, кстати, ну, человек вообще вот взятый сам, ну, который играл на Локи. Вот, блядь, как бы сам, ну. Все, тихо, стоп, флот, поменяйте ром. Дебаф висит почему-то. На мне тоже. На печеньке тоже дебаф. На звезде тоже дебаф. Страхуйте, батратуху. Вспышка, одна секунда, приготовьтесь. Звезда. Поражали. А, все, я сделал. Отпустили, убежали. Два скелета зерганите и потом переводим. Потом два добьем. Сейчас не зыбку дам. Сейчас подбегу, грипну одну из скелета милики вам. Вот забить. Это гриппую скелета милики вот этого пофиряйте ретрики и бейте милики его, зауешьте его быстрее. Вот пидорас, блять, гуляет как хуйня. Вот зауешьте его, мне лагает, пиздец. Мне уже забирать надо. Все, пошла к звезде, идем. Этот бидон. Так. Ну сейчас он уже сюда пойдет, короче. Пиздец. Нихуя, блять. Давай, Геншин, приготовься водикона защитовать. Водикон, вставай. Тыкай на него. Скелет,
А что, все, вспышки не будет? Нет, все уже. Ну не ус... ладно, пускай полежит. Сразу умер. Я спанил. Да, 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 я видел. У меня еще подвисает, пизда. Я смотрю, у него полтора косаря, смотрю, хоп, сдох. Не только у тебя подвисает. А все костера уру. У вас тоже такая же хуйня слэд-шоу ебаная? Не, у меня чуть-чуть подвисает. Так, злобный победон, ну Инер, Равис тоже победону. Остальные вроде как-то более-менее. А, у Рависта КД. Ну, злобный тогда. И Керус победону забросим. С Керуса заберу. Ага. Ой, а я сейчас там. Ага. Ладно, я подержу. Ты имеешь в виду, подвисает сервер или... А я не знаю, как это объяснить. А, вот задержка 800 пишет. А, ну это тогда интернет. Это, может, Wi-Fi к нему подключился. Хуёво. Значит, что-то может быть, блядь, у тебя либо майнер какой-нибудь, либо... Что-то качаешь, либо обновление винды. Не, нихуя не качаю. Так, с хукмастера кто забирает? Я забираю, да? Ну да. Этот, ну... Вон, бидон поставил. Зубраджин, ставь тотем. И Геншин давай на ману. Дресс. Эй, чё такое? А чё, тебя хуярит? Чё, не могу понять. Что-то забагалось с боссом или чё? Ну-ка. Ну, он просто сбил вроде. Так, сейчас. Зыбку дал. Я как-то таунт нажимал, не знаю, что мне миссы были или чё. Ну-ка, сейчас посмотрю. А, эвейд был, нахуй. Он как-то стоял хуёво, наверное. Сравника должен забирать, я что ли? С такими лагами хуёво, конечно. Это из-за ёбаных драконов, да? Я вот уверен нахуй на 100%. Блин, ну прикольная раса все равно. Кого? Этот драконит? Ну да, вот это драконит. Для хупала нормально. Хупала, аркан маги. Я вообще имею в виду то, что по выгляду, по красоте прикольная. А если прото-паладин PvP вот нормально будет эта раса? Некромантик, ты последний забрал? Да, неплохо, да, последний. ГЦ. Че не играл так долго? А надо было уехать в другой город по работе. Все сейчас будет. Я башил целую неделю. А как будет получаться? Если что, то в царей рейды буду ходить с вами. А так, если что, брат будет. Локи, сука, исчезли куда-то все с гильдии, нахуй. Только мифик остался, и этот, и ты. Так Притон же был все у меня. А Притон тоже его не было, нахуй, сколько месяцев, блядь. Да Притон не, он был. Был. В отпуске был. А-а-а. Но летал. Понятно. Вот так вот, отпуск вреден, блядь. Так, а что для это? Для Вова. Да, в натуре. А Вила не одевается, сейчас будет 20к дамажить. 100%. Посох внутреннего сосредоточения, блядь. Это же вообще имба, да? На пробивание брони. Параша, на самом деле. Для котов. Для котов параша и для всех параша. Сумка на кого бог пошлет. Ну-ка. На Геншина послал, прикинь.
Гессанид, блядь. Бог послал на меня, и по этой ошибке нахуй. Геншин получает добычу сумка властителя преисподней. Не было у него. А чё не люблю щиты? Не любит играть? О, нихуя, Вовка вылетел. Так у нас же там фул. Ну, типа, да, минимум журнал. Да, ща. У меня 34 пиор. Забей. Ну, ты должен забрать, я думаю, одну из четырех печенек. Так что, 34 нормально. Так что смотри, все в твоих руках. Так, а что, там есть кого подвинуть? Ну, того, у кого приора нету, блядь. Генсен, можно блядь. Это подвинуть. Сиди хильни. Я хочу в холле. А ездиться. Сиди. Да, ну, в принципе. Ну, просто мне ничего вообще не нужно здесь. То есть, я вот... Геншин, иди домаш. Тебе шип повезет. Иди домаш. Ты ж хотел в натуре. Да, я могу и подамажить. Он под ебалом может стоять. Боже говорит, подвинуть его. Блять, у меня неизвестно пока пишет. Да ебаный в рот, опять ошибка, нахуй. Fatal condition, блять. Error 134, нахуй. Да я, ну, Войт у меня такая же. А, тебе похеру? Тоже только мой ник написан. Да? Ну, остальные ники понял. Появились. Че, может прогрузиться нахуй? Че, там есть место? Не знаю. Здорово, Биг Дэм. Подвисает вот. Пока что. Биг Дэм, давай я хоть тебе ёпки, блин. О, сейчас прогрузилось, рейд прогрузился. У меня тоже рейд прогрузился, но пока все стоят. Ну, журнал... Это обычная ситуация всей Руси. Ждешь минут, ой, ну минуту или 30 секунд. Но... Ну, Вадик, он побежал. Когда отпускает. У меня, короче, сколько, час назад я пытался зайти в игру, короче, у меня... Я заходил, у меня тупо все висело, я нажимал кнопки, они не нажимались. При этом персонаж бегал и потом выкидывал. Ничего не отпускает. Я говорю, Сириус, это, блядь, чудо. Серьезно. А я не знаю, я тебе накидывал или нет? Надо, сука, было какой-то список вести, нахуй. Сейчас хуй найдешь, нахуй. Так, ну вот, Масхон, Рэй. А, это давно вообще было. Я не помню, блядь. Мне похуй, я могу на заряне посидеть. Я ИП-ху просто полутать, я паром не был на этом, когда я еще целых. Мы так и сидим, и ждем. А, ну ГМХМ, я могу на замене поселить, как меня там полетал. И чё, я тебе не накидывал Миддарк? Ну давай накину, хули. Еще Серж накинь. Я вообще узнал об этом. Я вообще узнал об этом, когда я второй раз пошел с вами на РТ. Вот, и потом мне уже сказали то, что типа такая херня есть. Я такой, блядь, надо это. А чё, Серж я не накидывал этот, как он называется? Вклад 2 КД ты не кидаешь. По-моему, кидал я. Не, журнала нет. У меня не прибавлялось. Журнал обновляется только когда ты в игре. Это бомба. Мне ИП не прибавлялось. Не, я кидал. Если я записал, значит кидал. Надо посмотреть на это КД, допустим. Сейчас я мальчик. Ты имеешь в виду Седжу вклад? Вклад, да. Кидал он. Ни хрена задержка 6,5 косарей. Да, это вообще за постой сейчас у Сируса такая. Так там Ола же шло. Блять, нихуя себе слово за постой, блять, такое олдовское. А вы будете приглашать нерублющие? Да, да, кидал я тебе СДВ кинул. По холике похилил тут. И не люблю, и Биг Дэм, и он лар еще очень просится. Блять, а что-то я это сумон нажал, не сумонится, что за хуйня? Вроде. Он мне сед же только сейчас прогрузилось, ты написал за второй КД. Минуту назад написал или больше. Сирак лагает, походу, жестко.
Да не, на БГ нормально все. Это походу сейчас. Сейчас я познаю. А чё Хурюк куда ушел? Леха, квесты делать будешь? Да. Ага, на 2-3 минуты. Шварниц КВ. Какое тебе? На страже. О, блядь, ля, ебать, ля. А я на было на первого. О, теперь я принял суммон. Нормально. Ну так потому что тебя только что суммонули. Не, там я был в седых холмах, прогружался, когда там не принял. Так, ну получается. А, все, я понял. Сейчас, скорее всего, время просто прошло уже призыва. Ебаный в рот, нахуй. Так, Хукмастер Череп. Этот самый, кто там? Рарник Крест, получается. Я Луну. И Керус этих пидоров двоих. У нас добрать одного надо. Там есть Биг Дэн, еще один Вар. Не люблю, тоже хочет. Там Хурюк что-то писал на 2-3 минуты и выйдет. Так, вот рыба. Метки поснимай, выйдет. Блин, нихуя народу. Крест. Череп. Понял, да, Керус? Ты танчишь этого короля и кеглю. Хрюк, принимай там сумон. Сейчас я познаю. О, вот 800 вроде задержка пишет. Хрюк, ты где там? Что-то он не принимает. Все, он тут. Субраджин, Бидон, вы тут? Это, я где-то за слота. А тебе что-то токен какой-то надо? Не, ну... не, мне ничего не надо. Ну, мне пока, ИП надо. Пока фу. Не, ну плюсанете, сейчас закроем, плюсанете. Хукмастер Череп, Рарник Крест, я Луну, Керус двоих. Все дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Кегли открылась, треугольник. Идите, бейте. Милики, вы тоже, кстати, можете. Даже не можете, а должны бить. Керуса-то не убейте. Там хэпала нету. Зубраджин, смотри за Керусом. Щиток на него. Вот, Авелания. Че, отбежать нельзя, да? Милики, отбегать надо, если что. От этой хуйни. Ебать лагает. Такая же фигня. Садить. Милик. Упс. Лок, идите лока бить. Так, пару собак грипну. Король бежал. Ну так это... О,
Гера. Гера уже поздно, блядь. Так, на диспеле получается что? Два друида, два мага, три мага. Вот, то больше сдиспелит, сотку накидываем. Опять что ли? Бонусом. Пусть гоняется, да? Сейчас я посмотрю, сколько за этот раз вы сдиспелили. Злобный 24. Вот же 19. Остальные там, наверное, не смогут потягаться. Кегли опять. Идите кеглю добивайте, сейчас добьете. Милики, идите. Только отбегайте от хуйни, от молнии, которую он кастует, блядь. Ну и лока потом добьем, если откроется. Сейчас должны задушить кеглю ебаную, а то он душит откидывалкой своей боссом. Прыгает. Вот постоянно прыгает. Дебильная привычка воверов. Все, задушили кеглю. Ты, блядь, в ТТГ на собаку сходи нахуй, потом скажи, что ты постоянно бегаешь, да? О, слепоглаз, луна бейте. И отец у меня был черный, а я такой, как есть, вот такой комплекции. И йоу. Нигер, что ли? Желание вах. Нигер, блядь. Осуждаю. А что значит возглас осуждаю? Это что-то реально? Твичевская тема. Значит, ты стримишь на Твиче. А, это когда стримишь? У тебя есть партнерка на Твиче. Это так надо говорить, типа осуждаю, чтобы не забанили, да? Да. Ну типа то, что ты не поддерживаешь эту хрень. Это же расистское. И прямо именно это как ключевое слово считается. А как они его типа замечают, да, что. А если не скажешь, что будет? Бан перманентный. У тебя они замечают, если у тебя есть партнерка с Твичом. Если нету партнерки, тебя смотрят 10 людей, кто хочет, может он делать, похуй будет. А кто открытый там? Я не могу вкурить лок, что ли? Да. А, ну так вы добейте его, блядь. Вы добьете хоть? Чё там у него? Чё там, 12 секунд. Два ляма, додушите. Злобный слабыми солку забрал. Слепоглаз опять. Ну, додушите тоже эту луну. Че у вас, фопа, не нормально все, да? Я смотрю, вы тотемы сами поставили. Гимны тоже сами дали? Вместе с тотемами? Или я смотрю, не в то время вместе? Не вместе, да? Нет, не вместе. Вот сколько раз говоришь, похуй, да? Ну ладно. Они не анонсят ничего, ничего не так говорят. Так и вы тоже не анонсите. У них голосов нету. Тут, считаю, у Геншина только голос. Нюл я не слышал. Ребят, вот. Кто хочет поставить ТТМ с голосом там, или наоборот, там приз хочет заюзать, вы говорите просто и все. Вот залейте мне иннер. Вот я вижу злобный, у злобного есть иннер. Просто если вы с гимном это будете делать, вы на 20% маны больше реснете. Сейчас бы у вас по половине у всех было. А вы это в рассинхрон дали. И по итогу там каким-нибудь шипешником она порезала, блядь. Два тика, и вам по тику, блядь. Я там топ-3 по диспелу и Бенаки. Топ-1. Ну, злобный первый. Сейчас ГП, говорит, накину. Этот, братан, вот, консилятор, ты чё тут первый раз?
брателло. Держи ГП. Да не, ну, какой ГП? Первый раз, ты вот к этому крошу не подходи. Ты тут бить можешь только Лока и Кеглера, и короля в конце. Лока, у этого мага и кроша, ну, блять, кроша и слепоглаза, вот луну и крестик ты не можешь бить. Милики не бьют их. Прочитай вот баф на нем какой висит. И еще вокруг танка на 8 метров от него взрыв идет на 40 тысяч. При каждом касте фаербола взрыв идет. Захилите, да? Угу. Дайте Геру, кстати, и долейте его. Он на короле уже плохо. Бля, сейчас бомба взорвешь. Как хрюк сдох, блядь? Проверил, что ли, блядь? Ой, блядь. Ебать, ты там написал. Надо отойти, там же аура. Он старался. Ой, это... Отойдите, милики, там дамаг идет. Ну, блядь. Кто там с вас дамажит нормально? Ну, инвизибл, стой. Хурюк, сдох, блядь. Ну, остальные чильте, блядь. У вас там нет такого ДПС, чтобы там стоять бить. Там аура, видите? Иссушающая. Она отхиливает босса. Танк пускай и инвизибл там стоят. Прочитал тотем свело, блядь. Он пишет, тотем ставлю, а я прочитал, тотем свело, блядь. Как есть группа ногу свело, так у бидона тотем свело, блядь. Хуя, блядь, что за мысли, да? Это все из-за того, что Акиса сгильдили, ну, такие мысли. Возможно, возможно. Бать, тоже. Надо было в правилах писать, блядь, что-нибудь. Типа, если Войт не прочитал, это не значит, что он на вас хуй положил, блядь. Между прочим, ты в каждом рейде говорил эту хуйню, что, блядь, я не всевидящий, и, блядь, да, я да не, вижу. Не в каждом точно, но, блядь. Ну, сколько раз я с тобой, вот, сколько? Сколько раз я с тобой тоже. Четвертый РТ, и каждый раз, пацаны, если я не прочитал, это не означает, что я на вас забил. Все, вот каждый раз. Может, я сам забываю, блядь, уже, может, маразм какой-то, нахуй. Есть мана какая-то, иннер. Мана какая-то, иннер? А по кому? Бастер. Стиллер, нахуй, нихуя себе. Ну, гимны, я смотрю, все три в КД. Ну, получается... Получается, тебя ничто не спасет. Да, пускай стиллер, блядь. Обмен ему банку дайте, нахуй. Сам выживает, пусть, да? Иди хуярь босса автоатакой, блядь. Синюю джагу повешайте. Да не, спасибо, я жезлом побью. Ну вот, тоже нормально. Ну он тоже регенит, кстати, ману. Если... Да, у меня да, КД, это... блядь, спасибо. Держи ТПС-ку, кастуй. Спасибо. У меня тут этот есть. Тотем есть? Тотем есть? Да нету тотема. Тотемов нету? Минута 10 у Зубраджина. Я могу сейчас зачитать гимн. Это кто? Считайте реп. Мидарк. А, Мидарк откатился. Вот читай, да. У тебя нету, у него нету. Будет заебись. У Муфика нету. У Покемони читай. Читать. У Давакина нет, нихуя тоже. Дай бог здоровья. У Муфика всегда мана есть, так что. Я видел, у тебя там 2% было. Ну, там где 2, там и 6. Иссушающий, отойдите. Ну, нихуя, кто-то рэпчик слушает. Ладно, че? Блять, расист ебаный. Сразу черный. Что потом произошло, блять, виноваты черные. У вас 5 минут. Кто это пизданул, блять? Кто этот маленький коммунистический пидорас хуесос, который только что подписал себе смертный приговор?
Никто, самое, да? Самое главное, скажи фразу, какую ты имел в виду. Это Матерь Божья сказала, ебать ее в рот. А-а-а. Да я вас всех до смерти задрочу к ебедям. Буду дрочить до эпизода, до тех пор, пока из жопы кефир не польется. Всем сразу, да, 25 человек. Это ты сказал, пидорас чесоточный? Сэр, никак нет, сэр. Ты, говно, кусок, ебаный червяк. Могу поспорить, что это был ты. Ебать, же надо было такое придумать. А, ребята, у вас 5 минут. Не бегите там пока. Так. Ну, чтобы еще целка до 12.00 успеть. Вот, то есть до 20.00 по МСК. Ну, ты сказал тоже. До 12.00, до 20 по МСК. Ну, чтобы 2,5 часа пронести целка обычку 25. Шаль поблекшего леса. Кто-то там бич какой-то был, да, новенький? Инола, чё у тебя там одето? 258-е говно какое-то. Тебе надо эту хуйню? Инола? Инола, прием. А может быть у него нету этого? И ПГП. Есть, есть. Там только один челик за 10 нажал, он за 50 получил. Так, это раз пыл. Сейчас, секунда, буквально одна пуха осталась. А чё он покинул? Захотел и покинул. Покинул ты где? Это залёт. Серьёзно, что ли? А чё такое с ним? Из-за чего? Не знаю, я не видел. Ну, мы его не накажем, соответственно. Но он написал, блядь, вы серьезно? Вот, пиши в правила гильдии, шаманам запрещено покидать гильдию. Иначе это какой-то уже это... А где он написал? В рейде или где? Да, в рейд-чате он написал. Насчет чего он написал, серьезно? Написал, вы серьезно. Он написал, а, типа, блядь, ему шмотку не дали? И все. Не нет, знаю, он... может, мы печеньку не дали. Нет, он про Иннер что-то писал, вот залейте мне Иннер. Это давно было, это еще во время трая. А что после этого он писал? Из-за Иннера он бы не лим. Скорее всего, шмотка. Ну, скорее всего, за шмотки, ребят, за шмотки. Войт, если по времени смотреть, то в тот момент, когда ты шали отдал, он ливнул. А что ему надо было? В смысле, шаль у него, блядь, спина 25 гер. Пошли пробежим. Пошли пробежим. Так он же одет эти. Блядь, чё, пишите, что там. Не, если ребята не понимают, что, блядь, здесь, блядь, за ГП нахуй шмотки отдаются, это, блядь, его на это. Да он должен понимать, я не знаю, это какая-то, ну, хуйня. Может он как Иси просто. Не в игре. Может он просто как Иси пошел. Ну, офнулся и офнулся, ладно. Чё мне теперь, блядь, плакать из-за это, каждого? Да, конечно, это не проблема, естественно. Это игра, ёбан. Так, не люблю сюда, заходи. Братан, ты где там? На стриме? Шаманов, кстати, хватает, если чё, нахуй. Я никогда не покину эту гильду. Не, шаман не хуёвый. Так у меня шаман есть без гильды, нахуй. Если ну, чё, тем более. 4 за 4, вся хуйня, нахуй. О, еще бы, нахуй. Ты, ебану, 1600 хосты, нахуй. Там, я блядь. Смотрю, у тебя, блядь, все персонажи, нахуй, 260-го, нахуй, ты молодого. Ну, как раз заменишь. Этот, сдохни там, не Акрон. Вот у тебя красная рамочка, тебя сейчас пидоры идут пиздить. Вот, сдохни. Вот, теперь Мурхик, теперь ты. Биг Дэм, атака. Что это за атака, блядь? Биг Дэм, замуться нахуй, пожалуйста, прошу ребята, тебя. У кого? Это на смехе. Короче, вы... Вот Мурхик, смотри, сейчас тебя идут пиздить. Да Биг Дэм там что-то связь устанавливает. Мухи летают, мухи. Все, это самое. Все, теперь сывей делось. Теперь я с этим Мурхика. Аня, не надо, Александр. А, ну вставай. Ну ладно. Да я думал, что... Вот это реально на связи. А я, кстати, не слышал. У меня тихо шипит он. Мы тебя не слышим, Биг Дэм. У тебя помехи. Ты там мух что-то ловишь, короче, в микрофоне.
Люди просто охуели, у кого сильно громко были ухи включены. Ну, громко. Не знаю, пацаны, я вас всех слышу на 90 ватках. У меня вот СССРовские S90, ненормально. Все, не говори ничего. Да мы тебя не слышим, говори, не говори. Замуть микрофон, пожалуйста, не надо. Радиофон. Так, ладно, сейчас я минутку дверь открою. Саня, выключи своих мозг. Так, сейчас я пораскидаю, сейчас вот рыба. Нам кекается. Неокрон, зайди в инст. Нет, просто громкость на минимум выкрутить. Неокрон, у тебя танк есть, нет? Я боюсь, все с подъебало ставить. Ладно, будете учиться, хули. Правильно, пусть учится, конечно. Где еще учиться? Так, и кого-то надо побегать. Побегает, наверное, Хукмастер. Рависта подъебала. Да, Хукмастер побегает. Думаю, его одного хватит. Или может Керуса тоже? Давай на всякий случай, нахуй. Керус тоже в танке будь. С Хукмастером вдвоем позакрывайте, так понадежнее будет. А то вдруг там кто проебется. Вот, первая, вторая пати, вы подъебалом. А вот этот Карипса, ты же знаешь, да, как под ебалом стоять? Что он стоять? А, знаю. Кто, это первая, вторая пати, вы стоите под ебалом. Кто не понимает, это просто стоите, метку поставлю сейчас, и просто стоите под ебалом. По команде за спину босса выбежите. Выбегаете. Ну, как-то так, короче. Хуя себе. Так. Вот тут метка для миликов. Сука, так долго это все, нахуй. Ну-ка, чек на пул. Первая, вторая пати, подбегайте сюда, в крест. Где сова стоит. Слава, у меня чуть-чуть пингует, поэтому... Может, лучше меня убрать, злобный? Ничего страшного. Сдохнешь, ничего страшного. Похуй. Иньола. Ну, на груле как бы сдох, это получается сам. Ой, ты знаешь, что будет. Так, подошли. Плюс так. Ну, я предупредил меня, сразу, что у меня перегрузка. Не считаешь первую, вторую пати. Не считаешь первую, вторую пати. Да, мы меняемся. Да, не считаю, оставь ему первую, вторую пати там, потому что. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, ебаные лаги, блядь. Девять, ну какого хуя? Какого мудака не было под ебалом сейчас? Ложитесь. Привет, поздравляю, нахуй. Кто там так тихо говорит? Основной... Ну, короче, либо фотку, короче, либо объясни, какой блок нужен. Я понял, блядь. Давай я просто офну ему микро, нахуй. Он просто не слышит нас. Теперь... What? Вот бичи, нахуй. Вот один раз вам объясняю, нахуй. Вот первая, вторая пати. Я сказал стоять под ебалом в кресте. Какого хуя какой-то из вас бич не встал туда? Кто, сука, не находился под ебалом во время ошеломляющего удара? Вот, спасибо. Вот тебе сотка. Ну, шкаф есть. Резаться кто-то будет здесь? Есть у кого-то там бидон, может, вставалка есть? Хуй знает. Ну, блядь, сейчас на друидах, на рогах добежим и все, и резнем. Резай локов уже. Сейчас еще раз шкаф будет ставить. Там шкаф стоит. Вот, давай, три вайпа за человека, короче, меняй. Нихуя сложного, неокрон нету. Стоишь и бьешь в ебало. В ебало. Стоим в кресте. Ошеломляющий удар должен попадать на 10 человек. Если не попадает на 10, дает сразу адский. Адский — это 40 тысяч урона фронтового. Моментально прям почти. Ну там секунда каст. И дотка на весь рейд. Давайте, ебаный в рот, тыкаем на хуйню, на сумон.
Заходите, человек 5 в инст. Где шкаф? Где лок? Хули вы лока не резнули? А резнули вроде некромант. Пиздец. Лока. Че, блядь? Все, я поставил. Вот тыкаем на шкаф. Быстрее делаем все, ебаный в рот, время идет. Вот кто. Тыкаем, блядь, подойдите к шкафу, к зеленому. И тыкаем. Там люди встали, мы их сумоним. И не один я сумоню, еще сумоньте. Вот, и тыкайте. Керуса сумоним. Некромантика тут нет. И это... Не ФКшьте только, блядь. Надо за 2 минуты резаться быстро. Все, Вилания последний засумонил. Ставлю рыбу, вот рыба. Фулбаф, даем все 25 тут. Выбегать из-под ебала только по команде, когда я говорю заранее. Нажимаем да сейчас. Рыбу я уже поел. 10 секунд рыба ест. Первая, вторая пати. Обратите внимание, вы под ебалом. Керус Хукмастер на руках, РДД на третьей руке. Руки всего 3 появляются. Все готовы? Даю отчет. У тебя злобный друль, они тут стоит еще. Уже там. Ебать подлагала нахуй. Ну 10 стаков нормально. Сука, я хуею как лагает. Надеюсь, я из-за этого вайпа не будет, блять, за то, что я лагаю, блин. Так, вот смотрю, Медарк, вроде конхукмастера закрыли. С дебафом вижу. Хукмастер второй раз будет закрывать. Керус закрываем Зеплина. Под боссом. Боссом, смотрите, под ногой босса. Не дай бог не закроете. Этот, кто там? Муфик, подойди поближе к боссу и Рарник кинь ему сальву. А что мне делать? Чтобы Рарник до тебя дотянулся. Керус сдох. Ну как нахуй? Под боссом, под боссом. Там лужа, лужа. Я хуею, блядь. Вот же иди, Керус, резни. После этого удара уходите. Кто-то раньше ушел, что ли? Уходите сейчас. Уходите. Все, следующий удар я сам выживаю. Так. Мне просто под боссом стоять? Да все, уже забей. Вот же лагаю. Хорошо, я тоже лагаю. Возвращайтесь. Керуса фулбафните там. Керус, ты что забыл, где огонь появляется? Дамага мало, нахуй. Когда откидывает немножко от крестика, крестик обратно возвращайтесь. Чтоб на всякий случай. Ничего сложного. Рога, кстати, Карипс. А, ну ты знаешь, да? Опа, вот нога нахуй. Под ногой не закрыли руку нахуй. Так, результат. Сдохший Мурфик и Девакин, блять. Вот Медарк конкретно. Некромантика и Вадикот. Стойте под правой ногой босса. Конкретно вы закрываете там. И этот. Кто там? Керус, Ресей, Мурфика. Лука. Сука, подвис. Прям на секунду 3 подвис. Что там я хотел сказать? Керус, ты резнешь Мурфика? Мифик, мифик. Четвертая пати, лок.
Мортик. Так, уходите за спину. Уходите. Следующий сам словлю. Это готовь зубы, Геншин. Можете Геру дать. Так, давай зубы, Геншин. Гера вначале был. Он падал. Все, подъебало, возвращайтесь. А что-то 60 нахуй, кто-то опять сдох. Это вообще хуйня какая-то. Пиздец. Да вроде все живые. Под ногой закрывать. Залупа какая-то, блядь. Короче, сейчас опять будете убегать нахуй. Сейчас готовимся после этого удара. Все, уходите. Не, наверное, может, после... Уходите за спину, сейчас печка будет. Вот печка и плюс 40, у него 60. Сейчас он будет сразу адски давать. Все, даю незыбку. Возвращайтесь, подъебало. А, ловите под ногой. Цикл нарушился, блядь. Может, пока идете. Может, у нас демон нахуй рейде? Может, из-за этого 60? Я спекнулся. Не надо. Ну, может, эти, как они называются? Скажи мне, у престов собаки. Демонов? Собак. Может быть. По-датски попали. Я не знаю, считают он их или нет на двадцатку ярости. Как раз три преста, кстати. Это получается, три преста должны были одновременно вызвать собаку? Ну да. Ну не обязательно одновременно. Я не знаю, в чем причина вот появления 60 ярости, когда единичка должна быть. Зеркальная мага, нет? Может быть и зеркальная. Надо точно инфу знать. Это там как раз три копии, по-моему. Нет, она дело в том, что она на всех вешается. Сама дотка. Фронталка-то у него 40 идет, а потом дотка на всех вешается. И вот эта дотка, она на пет вешается и с них по двадцатке считает. Ну, ёбнули, и ладно. Да. Самое главное, что убили. Ладно, а вот, я не знаю, а детектор как раз упадет или нет? Вот я... Люди, те, которые померли, вы мотайте на ус. Больше так не делайте. Да, с правой стороны не стойте. Да, под огнем вообще не стойте, когда, блядь, лава летит нахуй. А дайте, пожалуйста, порт Долоран. Тебе же две надо было? Не люблю щиты. Ты там две мог забрать. Ну, у меня вообще ни одной не было. Ну все, теперь... Ну, теперь две. Ну да, там пейпы просто ты выше был. Шапка. Спасибо, Маги. Это шея. Вот на ДЦ там и Неола надо тебе, наверное, да? Ну, это холиковская шея. Почему ДЦ-шная? ДЦ-шная. А у тебя какая шея, Неола? А, ты холик, что ли? А, вон покемонич, короче. На успех ебашит, да? Покемонич вообще хуйня какая-то. У него аддона еще нету, нахуй. У кого аддона нет, вот и Неола там, у кого еще, у остальных вроде есть. Так, эту хуйню направим. А, да, ребята, те, кто заходят в гильду, ну, как бы, ну, вступают в гильду, вы посмотрите в ДС, почитайте правила гильдии. Чего, где, кого, почем, там все расписано. История, я тебе на шипешника, на рогу накидывал или на шипешника, я не помню. Только на шипешника. Да? Не перекидывал? Мне на вару, на вару. Ага, то есть свою на замену, которая на замене сидит. Мне на Геншина не надо кидать, потому что это... Хотя подожди, за ГМХ я вроде не получал. Ты в прошлый раз дал за это только? За ЦЛК? Да. В конце? Не помню, блядь. Я в текстуры улетел, пиздец. Тут у меня Вадикун, так, Шектор, Киса, Буримбайт, Ролдес, друга. Дисгрейсит, у тебя на роге там. За ГМХМ, ну ладно. Да. А, у Шалфира на шип. Все, там. Не, просто я это, я с ЦЛК вроде перекинул на Геншина. А Синтек потом на это, если я сейчас пойду на этого, на Дисгрейсит да перекинешь с ЦЛК. Ой, Синтеку я не помню. Ты просил за ГМХМ, да?
Да. Убери ХМ. Сейчас спортанусь отсюда. Только что дали. Так, все дал. Теперь еще посмотрим, кто пойдет в этот целка. Меняй на бочку, пожалуйста. Сейчас отсюда портанутся люди.